Сегодня открытие чемпионата Севастополя по дворовому футболу. Однажды утром я понял, что моя микроволновка сломана. У нее не работает панель кнопок. Но русские не сдаются, тем более не платят за ремонт техники. Тем более, что где-то завалялась старая компьютерная мышь. Теперь микроволновка работает так. Включается и выключается. Мне кажется, он попал в дом. Не знаю, куда он попал, но это жесть. Ладно, подожди, творческий процесс не останавливается. Да, тебя нет, это надо, просто надо. А тебя есть Bluetooth? Да. Ой, а ты меня сможешь сказать? Конечно. Подожди, я хочу это сделать. Еще дома. Какая бита с блоком, по-моему, нет. Не теряюсь. Прогресс. Может, будто не здесь? Пора, уже давно было. Понятно. Выходи! По дорогу выходи, пока тебя не отчеканили менты! Выходи! Ну чё ты лежишь там? Ну имей совесть, а! Выходи! Да вы угораете, что ли? Какую психушку? Вы чё, угораете, что ли? Какую психушку? Вы чё? Вы чё, угораете? Чё вы меня берёте сюда? Надо меня сюда брать! Это вы кого вызвали? Вы чё, угораете? Какую дуру? Вы чё, угораете, что ли? Куда вы меня? Убери! Ты тоже.